Сегодня речь пойдет о Федоре Федоровиче Фидлере, который в конце XIX века перевел стихотворение Фета на немецкий язык и был вторым известным нам переводчиком, который создавал стихотворение Фета на немецком языке после Фридриха Боденштета. Фридрих Боденштет в 1860-е годы по просьбе Тургенева для Полины Виардо перевел несколько стихотворений Фета, а также стихотворений Пушкина и Лермонтова. Фидлер же перевел на немецкий язык и раннюю лирику, и стихотворение 1850-60-х годов, и позднюю поэзию Фета. И происходит это уже в конце 80-х годов. Сначала скажу несколько слов о переводчике. В одной из своих автобиографий Фидлер писал, что его предки были французскими подданными. В 1812 году, во время войны, они были взяты в плен, женились на немках и остались навсегда в России. Отец Фидлера, часовых дел мастер, принадлежал к немецкой лютеранской общине селения Екатерининштадт Николаевского уезда Самарской губернии. Его мать, Александрина Берта, также была лютеранкой. Фидлер родился 4 ноября 1859 года в Петербурге, куда переселились его родители, и получил при крещении имя Фридрих. В России даже в официальных бумагах его называли Федором Федоровичем. Родители Фидлера говорили по-немецки. Он воспитывался при этом и на русской литературе. Его мать рассказывала ему русские сказки и пела русские песни. Среднее образование Фидлер получил в Петербургском реформатском училище, училище при реформатской церкви. Классическое отделение его он закончил в 1879 году. В стенах училища Фидлер увлекся переводом русской поэзии на немецкий язык, уже тогда пытался выступать в печати. Его литературный дебют состоялся в немецкой петербургской газете, где за подписью «Флидер» появилось его стихотворение Лермонтова «Благодарность» на немецком языке. В том же году вышла книга поэтических переводов Фидлера, стихотворений Пушкина, Крылова, Кольцова, Лермонтова. Этой книги он впоследствии стыдился и в продажу не хотел отдавать. После завершения училища Фидлер поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Будучи студентом, Фидлер сошелся с петербургским литературным кругом, вошел в семью педагога Водовозова и давал уроки его сыну Николаю. В этом доме началось его знакомство со знаменитыми критиком Михайловским и литературоведом Венгеровым. Тогда же Фидлер знакомится с Гаршиным и Полонским. В это время Фидлер изучает переводы русской поэзии на немецкий язык, которые принадлежали Видерту, фон Остену, Боденштету, Генкелю, и сам он переводит прозу «Мальчика у Христа на елке» Достоевского и «Красный цветок» Гаршина. Собственных оригинальных произведений Фидлер почти не оставил. Лишь в 1883 году он пишет единственную собственную драму «Нерон». Она была написана по-немецки и переведена Мансфельдом, но особенного успеха не имела. Впоследствии Фидлер только переводил пьесы русских писателей. Он перевел на немецкий язык «Недоросль», «Борис Годунов», «Ревизор». Но театром увлекался до конца своих дней. Главным делом его жизни был перевод русской поэзии на немецкий язык. Один из поэтов, кого Фидлер переводил, один из первых поэтов был Кольцов. В 1885 году его стихотворения на немецком языке были изданы отдельной книгой с посвящением Боденштету и принесли Фидлеру заслуженное признание. В 1889 году Фидлер создает антологию «Русский Парнас». В нее вошли произведения 58 русских авторов. Изучение и популяризация русской поэзии для него было своего рода миссией. Не случайно альбом, который он подарил своей дочери Маргарите, открывается таким напутствием. «Ритуша, люби русскую литературу, люби ее вообще, а в частности многострадальную русскую литературу.
Она и только она освободит многомиллионный народ от чудовищного векового рабства духа и плоти. Фидлер продолжал переводить и в годы Первой мировой войны, когда связи с Германией были разорваны. Была закрыта газета, в которой Фидлер впервые публиковался. Последнее, что Фидлер переводил, поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и «Руслана и Людмилу». Фидлер знал всех современных поэтов и писателей, всех, кого переводил, и не только. Он посещал все юбилейные торжества, бывал на всех собраниях. Он создавал собственную коллекцию. К моменту своей смерти он собрал более 2000 писем русских писателей, 1000 писем немецких писателей. Он собирал автографы, рукописи, книги, реликвии, даже куски земли и цветы с могил писателей. Сергей Городецкий впоследствии вспоминал: «Жил Фидлер в обычной квартиренке на Николаевской улице и всю жизнь боялся пожара, который мог бы уничтожить его сокровища. Все стены четырех комнат сплошь заставлены книгами, завешаны фотографиями с автографами. Всюду прилажено бесконечное количество витрин, ящиков, полок для хранения писем, рукописей и фотографий. Я не помню каталога, но не было, кажется, ни одного крупного писателя, который так или иначе не был бы представлен у Фидлера. Изобретательность его по изысканию материала была изумительна. Он выискивал, выпрашивал, выменивал, покупал, можно сказать, охотился за рукописями. В 1900-е годы в печати говорилось о музее Фидлера. Более-менее постоянно. Перед смертью Фидлер составил завещание, по которому все его богатство должно было быть передано Императорской академии наук или публичной библиотеке, в случае отказа частным коллекционерам. Эту просьбу он передал своей дочери Маргарите Фидлер. Сам он умер в феврале 1917 года. Это были дни революции, и ни Академия наук, ни библиотека не взяли музей Фидлера. Коллекцию у его дочери выкупил известный петроградский антиквар и букинист Александр Евгеньевич Бурцев, заплативший за него огромные деньги, которые очень скоро обесценились. В 1930-е годы Бурцев был репрессирован, а его коллекция частично попала в Пушкинский дом и архивы Москвы, в том числе и в Литературный музей. По-видимому, к 1889 году относится первая встреча Фидлера с Фетом. Первая запись Фидлера о Фете в дневнике относится к марту этого года. Вчера журфикс у Полонского. Было приблизительно 50 человек, в том числе Лесков, Репин, Сипягина, Гуревич и другие. Когда я вошел в кабинет, Полонский воскликнул: «А, наш талантливый переводчик, разрешите вам представить». В эту минуту поднялся Афанасий Афанасьевич Фет Шиншин, взял меня за руку и сказал: «Вы поистине художник. Читая какой-либо ваш перевод, я каждый раз не могу найти слов, чтобы передать свое восхищение». Я чувствовал себя в высшей степени неудобно, поскольку он долго говорил свои похвальные слова, не упуская моей руки из своей. Мы с ним стояли, а все кругом смотрели на нас безмолвным изумлением. Наконец, я поблагодарил его за то, что он рекомендовал меня в Нью-Йорк-Космос и таким образом выпутался из неловкой ситуации. 1 апреля 1889 года Фидлер писал, что получил из Москвы от Фета 5 его стихотворных сборников с надписью «Любезному и высокоталантливому Федору Федоровичу Фидлеру на память от автора». Письмо его заканчивалось словами: «Позвольте заверить вас в симпатиях почитателя вашего прекрасного таланта». Афанасий Шиншин. Фидлер вспоминал, что он в 1886 году обратился к Фету с просьбой отобрать стихотворения, которые он сам посчитает удачными для перевода. К письму он приложил свою книжку о стихотворении Кольцова и два перевода стихотворений Фета «Шепот, робкое дыхание» и «Люди спят, пойдем в тенистый сад».
В ответ Фидлер получил такое письмо от Фета. «Милостивый государь Федор Федорович, в надежде на удовольствие личного с вами знакомства, я просил бы вас пожаловать завтра до 12 часов утра по адресу в заголовке письма. Извините, что больной не является к вам лично, но желал бы быть вам полезным. С совершенным почтением, ваш покорнейший Афанасий Шиншин». Фидлер писал: «Так как я по утрам и днем отбывал свою педагогическую повинность, то письменно сообщил об этом поэту и телеграммой получил от него приглашение. Не пожалуете ли сегодня на чай в 8 вечера? Завтра еду». Первое впечатление от Фета у Фидлера было скорее отталкивающим. В 1914 году уже он писал: «Я знал Фета по портретам и не ждал встретить не только юношу, но и поэтическую фигуру. И тем не менее я сильно разочаровался. Передо мной стоял толстый, согбенный, бородатый старик, напоминавший ветхозаветного еврея, но с эгоистически завистливыми, даже злыми глазами и с каплей на кончике носа. Скрипучим голосом он начал: „Я пригласил вас к себе, чтобы откровенно с вами побеседовать, поэтому не взыщите. Все переводы на немецкий язык моих стихов никуда не годятся, в том числе и переводы неизвестно за что прославленного Боденштета. Люди спят, вы передали во всех отношениях Образцову, дался вам и шепот, но желал, чтобы вы изменили перевод и лобзание, и слезы. Из Полонского я перевел несколько пьес, также и из Плещеева, например, его популярное „Вперед без страха и сомнения“. Не знаю, не знаю, прервал он меня с досадой. Что значит популярность? Ничего. У публики нет никакого вкуса. Вот мой знакомый один сидит в сумасшедшем доме, справляет на полу посреди комнаты свои естественные потребности, здесь поэт выразился более реально, и пожирает свои экскременты. Поэт здесь употребил латинское, не латинское слово, а истинно русское. Так и публика охотнее всего, она жрет экскременты. Я ушам своим не поверил, и это воздушный благоухающий Фет». Мастерство перевода Фидлера особенно заметно при сопоставлении их с переводами его предшественника Фридриха Боденштета. Сравнение, правда, не совсем корректно, учитывая, что Боденштет предназначал свои переводы для исполнения в виде романсов Полины Виардо. Какие-то моменты, наверное, были с ней согласованы и специально были утрированы, чтобы переводы приближались к манере романсов. Так, например, в стихотворении «Шепот робкое дыхание» переводчик допускает значительную неточность. Вспомним, если у Фета во второй строфе «Свет ночной и ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица», то у Фридриха Боденштета в двух последних строках этой строфы «Сердце, что тебе нужно?» И это обращение, которого у Фета не было. Но, с другой стороны, Фридрих Боденштет, учитывая, что этот текст должна будет исполнять дама Полина Виардо, он не мог оставить ряд волшебных изменений милого лица, да, описание девушки, и, наверное, ему нужно было изменить эти два стиха. И в то время как в последней строфе у Фета «и лобзание, и слезы, и заря, заря», у Боденштета все выглядит более подчеркнуто эмоционально. Слезы желания, сладость поцелуев. И звучит это гораздо более прямолинейно, чем у Фета. Несмотря на неблагоприятное впечатление, которое осталось у Фидлера о Фете, он издал самое полное на тот момент собрание стихотворений Фета на немецком языке. Оно вышло в Лейпциге в 1903 году в издательстве Филиппа Реклама. И очевидно, что Фидлер был очарован поэзией Фета.
Он с удивительной педантичностью стремился передать все особенности подлинника. В этом ему помогала, конечно, сама специфика русского стихосложения, во многом схожего с немецким. По сравнению с Боденштетом, Фидлер старался соблюдать все особенности оригинала. Он старался сделать так, чтобы немецкий текст во всем максимально был приближен к подлиннику и мог передавать его содержание и особенности стихосложения. Стиху Фета следовал и Боденштет. Немецкое и русское стихосложение имеют сходство, тем более Фет на начальном этапе творчества ориентировался на немецких поэтов. Но Фидлер и в смысловых нюансах, в смысловых деталях, совсем тонких, мелких, старался следовать Фету и передать вот такие мелкие, едва заметные моменты. Так, если у Боденштета в последней строфе стихотворения «Шепот, робкое дыхание», если у Фета в «Дымных тучках пурпурозы», то у Боденштета «Aus den Wolken blühen Rosen», «Из облаков цветущие розы», у Фидлера «In der Wolken purpurrosen». То есть он использует, как и Фет, уменьшительно ласкательную форму слова «тучки», а также «пурпурроза», не просто «розы», как у Боденштета, а он именно передает вот тот же оттенок, что и Фет, значимый оттенок. И в конце стихотворения «И заря-заря» у Боденштета именно так и переведено «Undertag, der Tag», а Фидлер старается, видимо, еще и придать вот какие-то оттенки в финале «Frühlich Morgenglanz». Оба слова обозначают рассвет, но каждый из них имеет определенный оттенок. «Frühlich» – утренний свет, «Morgenglanz» – утренний блеск. То есть Фидлер еще и подчеркивает оттенки. То есть он старается сделать так, чтобы немецкоязычный читатель смог благодаря его переводам приблизиться к поэтическому миру Фета.